Дорогие друзья, здравствуйте! Всем здравствуйте! Начну с того, что хочу поблагодарить каждого, кто подписался на наш канал. Огромное спасибо! Кто уже на нас подписан, передать вам огромный привет. И вот, ура! Новое видео! Часто не могу снимать, так как нахожусь на работе. С работы прихожу, очень сильно устаю, падаю спать. Сейчас нынешняя ситуация в стране. У нас очень тяжелые дни, и рамки ужесточаются, и нам приходится работать за троих, за пятерых, люди увольняются, не выдерживают, поэтому сил снимать вообще даже нету. Детки у меня приедут, я надеюсь, ну, когда дети рядом, и силы появляются, если честно, и желание, они меня мотивируют, мам, давай, и хочешь не хочешь, снимаешь. Силы откуда-то появляются. Вот, хочу сегодня еще передать огромнейший привет Катрин, которая попросила, подсказала, можно сказать, заказать мидии запеченные, попробовать их. Я их не пробовала ни разу. Я все пыталась их заказать, но как-то что-то я побаивалась и все время откладывала это на потом. И вот сегодня я это сделала. Но чего-то я не в восторге. Почему? Потому что, ну, я вам покажу, когда буду кушать. Сегодня у меня новая доставочка. Заказала в новой совершенно доставке. Я о ней даже не знала, что она у нас есть. Представляете? Называется она MyBox. MyBox. По-моему, она есть в каждом большом городе. И да, вроде бы и в небольших городах тоже есть. Но вот у нас она в единственном месте. Это у нас есть район Дзержинский. Я живу в центральном, на Ленинском районе. А есть у нас еще вагонка, Дзержинский район. И вот там она есть, доставочка. Вот это вот. И я решила заказать, попробовать у них роллы. Дети приедут, мы еще будем там заказывать, потому что по внешнему виду мне очень нравится. Тут вот еще закрытые боксы, я их еще не открывала. Мы сейчас откроем с вами вместе. Сет называется радужный. Смотрите, вот так вот он выглядит. Надеюсь, видно. И здесь еще заказала маленькую вот такую вот с креветкой. По-моему, она называется гун-гун-гункан, что ли, я не знаю, не помню правильно, как называется. И вот этот вот сет, блин, а сет как зовут, называется? У меня же есть чек, мы сейчас посмотрим. Еле нашла чек. Такой вот, такой огромнейший чек. Что тут отсвечивать сегодня? Не хочет он мне показывать. В общем, соевый, имбирь и васаби идет в комплект бесплатно. Дальше. А, еще и палочки. Потом я еще дозаказала спайси соус и свит чили. Вот, свит чили. Тоже два остреньких соуса, потому что я острое люблю. И сет настроения, вот этот вот сет настроения, суши, спайси, креветка. Вот это вот малюсенькая, которую я говорила. И все это у меня вышло в 1060 рублей. Ну, я считаю, что это вообще-то нормально для такого. И отдельно заказала в другой доставочке у нас здесь через дорогу мидии. Катрин попросила, я заказала. Ну ладно, посмотрим сейчас. И еще что самое-то интересное. Там был промокод. Я набрала этот промокод 1212. И мне в подарок, знаете, что привезли? Та-дам! Ой, вот. Сок. Сок. Вот такой сок. Бутылочка сока. Фабрика вкуса, домашний лимонад, черная смородина, литр,
Ростовская область, город Ростов-на-Дону. Ну, улица не буду читать. Так, открываем, пробуем. Вот мне просто интересно, что за сок такой интересный? Пахнет обалденно. Так, ставим сюда. Рассказываю дальше. Что еще там было? Привезли вот на такой вот наборчик мне две баночки имбиря и четыре баночки соевого соуса. Вот такой вот. Я сейчас чихну. Простите. В общем говоря, открываем палочки. Вот в такой у них фирменной упаковочке. Прикольненько. Ну, ой, фу. Зубочистки нету. Еще дали салфеточки вот такие. Смотрите, салфеточки. Ой, вниз головой показываю. Вот. Ну что ж ты все отсвечиваешь-то? Во. Четыре штучки. Давайте будем пробовать вот такие палочки. Соевый соус открываем. Я попробую просто пока соус. Обалденный соевый соус. Обалденный. Я хочу попробовать. Хочу попробовать скорее, скорее. Одну, первую, первую, первую. Соевый макаем. Ну-ка. Сыр, икра, огурчик. Он сегодня вообще у меня фокусироваться не хочет. Вот. Вроде показывает хорошо. Какой вкусненький. Давайте сейчас откроем боксы. Что же в них такое? Что же в них такое? Прям интересненько. Так он фруктовый. Представляете? Пахнет офигенно. Что здесь такое? Творожный сыр. Капуста. Детей-то нет. У меня бы Ванька сейчас махом. Пах. Так, а здесь что у нас? Вау. Это запеченный. Как пахнет. Ой, что-то аж у меня слюна прям побежала. А васаби, вот маленькая тут пимпочка васаби. Маловато. Надеюсь, что нам хватит. Так, кто же ее поставить? Да ладно, пока так пусть будет. У меня руки аж прям трясутся. Хочется уже быстрее все попробовать и сказать, вкусно нет. Так интересно это такое. Смотрите, интересная шапочка какая-то прям интересная. Так вкусно. Очень вкусно. Давайте попробуем с мини.
Смотрите, показываю и рассказываю, почему я расстроилась из-за них. Одна, то ли у них не хватило, то ли что. И вот вторая. Ой. В общем, как-то вот так вот. Вот. Я не знаю, так должно быть. Мне кажется, нет. Короче, я не знаю, как это все готовить. Они, конечно, привезли, были горячие, но пока я ходила туда-сюда. Эта ножка, вроде, насколько я знаю, ее должны срезать. Надеюсь, раковину помыли. Или не помыли? Вроде ничего. Сама мидия вкусная. Сыра, вот видите, много. Много? Много. Они даже ее не открепили. Она прямо вот оторвалась отсюда. Хрустнула. Странно. Сыр с чем-то, походу. Ой, сегодня прям такая довольная. Вовка-то Путин деньги дал. Сходила, кредит заплатила. Не весь, правда? Но все равно. Так, вот это, я так понимаю, Филадельфия. Пробуем Филадельфию с зеленым луком. Это не лук, это листья салата. Вот это с угрём. Пробуем. Пока мне все нравится. Аж прям я балдею, если честно. Очень вкусно. Сыр тоже, листья салата. Из какой-то вот сверху. Ну, вроде там это тунец должен быть. Но слишком тонкий уж больно. Слишком тонкий кусочек. Интересно. Вот это сверху напоминает чем-то аджичку. Но не острую аджичку. Вкус аджички, но вкусный, приятный, такой нежный. Здесь такой... Запах обалденный стоит просто. Так, а это какая у нас? Это простая Филадельфия. Без всего. Без листья салата, без лука. Вот такая вот, видите, здесь нету, здесь есть.
Рыбки, я имею в виду. Так. Не влезет. Еще подвинем. Можно мы вас еще подвинем? Угу. Спасибо. Очень вкусно. Но рыбка, смотрите. Вот такой слой рыбки. Маловато будет, но вкусно. Так, вот еще какой-то с шапочкой лучок сверху нарезанный, видите? Это сыр, огурчик и лаваш. Это не огурчик, это тукан. Или как он правильно-то называется? Это вообще бомба. Вот это да. Вот этот обалденный. Ну, тут уже ели, пробовали. Вот этот тоже невкусненький. Вот этот вкусный. С угрём вкусный. Так, еще вот этот зелененький попробуем. Вот такой вот. Красивый зеленый, свеженький. Обалденно. Свеженький такой. Он в огурчике зелененький, это огурчик сверху. Какой вкусный смородинка, прям реально чувствуется. Так, я хочу еще вот это попробовать. Она одна, но зато, я надеюсь, она вкусная. Как бы ее ухватить, чтобы она не развалилась. Это с икорочкой. С икорочкой, что сказала? С креветочкой. А, разваливается. Ты что? Ты что? Ой. Вот это да. Это так вкусно. Хочется жевать, жевать. И чтобы это не заканчивалось. Это очень вкусно. Креветка королевская. Бомба. О, прям вообще. Ой, какой он острый. Васаби очень острый. И вот этот горячий, запеченный, это вообще бомба. Вот эти вот мидии, конечно, ну что это? Ну, с ноготочек.
Ну куда это? Матушка, ей бы жить, да жить, расти, да расти. Ее взяли вот. И я ее сейчас съем. Упала. Медиа большая, так-то хрустит на зубах прямо. Как их кушают, так неудобно. Но вкусно. У нас 2 дня льют дожди. Дети уехали в деревню, сидят по домам. Но вот сегодня погода тепла. Просто отлично. Но переменчиво. То дождик. Ну, дождик мало идет. Там что-то покапать немножечко, 5 минуточек, и все. И потом солнце. Аж 28 градусов невозможно идти. Утоп. Прям вкусно. Они такие сытные. Ой, вообще. Вот эти сытные прям. Ну и мидия тоже. Вот ее съела 3 штучки, и уже все. Сыр, видимо. Много сыра, и поэтому наелась. Завтра дети приедут у меня. Ура! Настроение сразу поднимается. Одной скучно мне. Не могу я. Скукотища. Прям с ума сойти можно. Это вкусно. Но мое сердце принадлежит запеченным. Это вообще обалдеж. Могу их есть бесконечно, мне кажется. Я не могу только понять, что это за шапочка такая интересная. Майонез, наверное, похоже, как майонез. Обалденно. Берем. Заказал, даже не почитал, что там внутри.
Пробуем с острым соусом. Рыбку вот эту. Филадельфию с острым. Поизвращаемся над роллом. Вкусно. Ой, как остро. Ничего себе. Защипало аж язык. Так. Так. Что-то какой-то он не острый. Не острый, слабенький. Очень вкусно. Ну, я так наелась. Я была голодная, сегодня ничего не ела. Время? 6 часов. Я сейчас первый раз ем, и я объелась. Ничего себе. Ну, вот еще фруктовую попробую. Это что такое вообще? Это блин? Блин. Банан. Это так вкусно. Это я понимаю, так яблоко. Еще банан и яблоко, да? Или что это? Печеное яблоко. А белое, это что такое? Это очень вкусный, офигенный творожный сыр.
Какой вкусный. А это из чего такое нежное? Прямо воздушно. Нежнейший, прям пузырики даже внутри лоб. Такое ощущение, что прям лопаются. Как вкусно. Я объелась. Дорогие друзья, спасибо, что вы поели вместе со мной. Простите, что в меня все не влезло. Мидии оказались очень вкусными, но размер имеет значение. Поэтому вывод какой? Попробую заказать другой еще доставочки мидии. Они понравились, вкусные. Но хочу для сравнения просто, для себя убедиться, как там готовят. Тоже не обрезают ножку. И размеры. Везде такие маленькие и большие. Или как? В общем, ладно. Попробую заказать еще в другой доставочке другие мидии. Посмотрим, как там. Вкусно, невкусно. Но вот эти мне понравились на вкус. Мидии свеженькие, вкусненькие. Роллы вот эти я советую. My Box. Отличные вообще. Я даже не знала, что у нас есть эта доставочка. Случайно наткнулась в интернете. Случайно вообще. И решила попробовать. 100% вкуснятина. 100%. Сейчас будем еще заказывать. И еще будем снимать видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, как мы покушали вместе с вами. Подписывайтесь на наш канал. И пишите комментарии. Мы их очень ждем. Очень. Все. Спасибо. Пока-пока.